Так, тренировочный манекен. Q. P. И что дальше? Вау, нифига себе, молния. Святой Зевс. Друзья, всем привет, с вами Капанда, и добро пожаловать ко мне в гости. Многие подписчики меня просили сыграть вот эту вещь, Wizard Simulator. Смотрите, здесь кто-то на какой-то свинюшке скачет. Этот режим находится в топе, друзья, и он очень давно мне мозолит глаза. Ну что, давайте, конечно же, зайдем. Я буду играть первый раз и глянем, что это и с чем его едят. Погнали! Вау, нифига себе, тут даже по-русски написано. Загрузка, смотрите, друзья. Select Quality, выберите качество. Конечно же, хаоса, моя наилучшая. Симулятор мага, добро пожаловать в симулятор мага. Здесь ты можешь сражаться с различными врагами для того, чтобы стать сильнейшим магом. Ладно, бла-бла-бла и так далее, друзья. Дайте мне кому-нибудь нарезать. Чё я как старик? С какой-то палкой. Она, надеюсь, волшебная, нет? Маленький Джон. По-моему, это мертвый Джон у нас, да? Ну, ладненько, давайте его спросим, что у него. Как дела, братуха? Как жизнь молодая? Видимо, тебе вообще здесь не сладко. Так, получил мое первое золото, 5 тренировочное. Понятно, понятно, понятно. Это берем, берем, берем. Дали нам немножечко лаванучка. Давайте, друзья, сначала осмотримся. Магический колодец, все понятно. Волчья деревня, пляжный мир, мир магмы. Это, видимо, друзья, будут порталы. О, скоро какая-то штука откроется. Видимо, ее пока мисс нет. Здесь есть золотишко. Купить золото за робоксы. Неинтересно. Шоп. А вот это интересно, друзья. Смотрите, что у нас тут есть. У нас есть, друзья, посохи. Палки-копалки в носу ковырялки. О, нифига себе. Смотрите, у нас здесь есть легендарные, эпичные, редкие какие-то вещи. Обычные. Так, у меня атака 10, скорость 50, 30. Ладно, все это, друзья, понятно. Это я потом более-менее подробно разберусь, конечно же. Мне охота попробовать кого-то нарезать. Так, это что? О, у меня ХП 100 и МП 8. О, так это что, у нас РПГ, что ли? Я думал, это какой-то симулятор стандартный, друзья. Так, мобы над головами, знак. Короче, понятно, квест. Убей их всех, чтобы завершить. В магазине можешь купить новое, бла-бла-бла. Лучшие вещи в игре нельзя купить. Они выпадают из противников. Окей, понятно. Это все понятно тоже. Привет, дружище. Здорово, здорово, здорово. Так, наверху есть домой. Это сюда мы домой тпхаемся. Есть питомцы. Святой бамбук. Это прикольно, да, друзья? Есть могузин. Могузин бердузин. Неинтересно. О, есть кодики. А если есть кодики, значит, нужно пойти их и найти. И я их, конечно же, друзья, попробовал, нашел. Первый код у нас вот такой. Пробуем, вводим. У банатики в Твиттере. Короче, подписаться. Ладненько, посмотрим. Смотря как будешь обновлять свою игру, разработчик. Далее код, друзья. Релиз. Подтверждаем. Опять работает. Ништяк. Хорошо, идем, друзья, дальше. Следующий кодик, это у нас Polaris. Еще пятихаточка, да это же просто бомба. Далее, друзья, код DieRap. 250 уже, мелочь, как говорится, а приятно. Вот такие, друзья, у нас коды очень помогут нам, конечно же, в начале нашего путешествия. Ладненько, смотрим, что у нас тут еще есть. О, смотрите, мне что-то предлагают обмен, друзья. Здесь, оказывается, еще и можно трейдиться, что ли. Так, а что мне ему дать? У меня ничего нет, друзья. Я, к сожалению, ничего не могу дать. Нам кидают какого-то дяденьку. Дяденьку, дяденьку, дяденьку. А что это за дяденька, друзья? Я даже не знаю. Это что, питомец? О, точно, нам дали питомца. Манекен, лучник, атака 6, скорость 8. Ладно, давайте его экипируем, конечно же. Я еще хотел, друзья, глянуть, вот здесь есть у нас заклинание. Что это такое? Обычная, выстрел в противника огненным... выстрели в противника огненным шаром, думал, выстрел, да? А также есть у нас молния. Ладно, все это, конечно, круто, друзья, но побежали, посмотрим. Порталы, все понятно, боссы, заклинания. Ладно, нам это не так особо интересно, друзья. Я хочу, конечно же, попробовать понарезать. Так, я чувствую, мне сейчас тут не дадут маленько поиграть. Как мне здесь выключить? Так, так, приглашать группы, разрешить на обмен. Не надо нам. Музыку тоже нам не надо. Простите, ребята, нам нужно просто посмотреть игру. Так, тренировочный манекен. Ку.
И что дальше? Вау, нифига себе, молния. Святой Зевс. Так. Выбираем и потом жмякаем на кушку. Понятненько. Так, а если нам выбрать на Е, мы стреляем, друзья, огненным шаром. Все понятно, короче. Так, телепортироваться, недостаточно маны. Привилегия, перезарядка. Можно остаться, друзья, также тпкнуться. Короче, это у нас все за ману. Понятненько. Так, а как мне здесь побольше сделать так, чтобы маны было? Наверное, мне надо уровень качать. Это вот внизу у меня экспулино. Уровень от первый. Так, ладненько. Давайте сейчас, друзья, мы быстренько здесь попробуем качнемся что-нибудь. Раз, два, три. Очень мало, друзья, что-то маны как-то у нас вообще ни о чем. Я могу просто, я не знаю, побегать, а? На прочтение заклинания требуется мана, которого в свою очередь можно пополнить в колодце маны. Вот у нас, собственно, это и есть магический колодец, да, друзья? А к нему можно легко тпкнуться домой, либо нажать телепортироваться вне окна. Понятно. А вот тут что у нас там? Ей там кто-нибудь есть? О, я спрятался, меня нету. Эх, рюкзак с бамбуком торчит. Такс, чё, у нас же там есть маленько лавандосик. Так, возвращайся, когда у тебя не будет активных заданий. Понятно, а у меня что, задание еще? А, вон, еще манекены уничтожить. Вот здесь у нас справа, друзья, есть. Понятненько. Короче, друзья, будем пробовать играть сейчас. Если вам понравится, давайте, как обычно, набираем 1000 лайков. Тогда я буду здесь активно, мега жестко прокачиваться и снимать этот режим. Но если не понравится, то, как обычно, будем снимать наш старый добрый Рагуль, Tower Battles, Tower Simulator и так далее, друзья. Ну, охота, конечно же, что-нибудь новенькое, да, нам? Так. Опять, что-то маны вообще нету. Я устал, друзья, сюда тпхаться постоянно. Тпхаться устал. Давайте что-нибудь купим. Так, у нас есть магазин. Посохи, хранилище маны. Вот. Вот это, друзья, нам интересно, да? Так, с выпад шанса 0,5%. А что так мало-то? Обалдешечки. Это все заробоксы. Ладно, если будет интересно, мы задоним, да, друзья? Обычный. А как их что-нибудь купить-то? 650 стоит. А мне где монетки? О, нормуль. Так, жизнестоимость. Давайте купим вот этот самый дорогой, друзья. Вот у нас обычный, да? Так. Видите? О, 115. Наконец-то. Так, а посох я могу какой-то купить? За 900. Хватает? О, конечно, хватает. И что, намного он сильнее? 10. О, 32. Экипировать. Вот это другое дело. Уже, друзья, более-менее мы сразу же прокачались. Кодики нам помогли, да? Ладно, побежали дальше. Глянем. Так, смотрите. Опа-на. Бенч. Так, по сколько дается? По 13 экспулины, да, друзья? По 13 экспулины, и мы стреляем. Прикольно. Так, а где мой, кстати, питомец? Я питомца. Экипировать. Где он? Где-то он бегает. А, вон, красавчик. Хе-хе, лучник. Ну-ка, он будет нарезать. О, какой-то сундук. Кстати, сундук, друзья, очень сильно похож, как был у нас симулятор питомцев, да? Что там, монеток дали, да, маленечко? Питомцы и сундуки. Оба-на. А это что такое у нас здесь, друзья? Смотрите, у нас тут что-то есть дальше. Питомцев можно покупать. А тут что-то пока мест ничего нету, да? А что за сундуки? Мне уже тоже интересно. Сундуки. Божественные. Это какие-то проценты. Робоксы. Денюжки, да? Два. А, это то, что может выпасть, друзья, да? 650. 5045. 500. Обалдешечки. Что, может что-нибудь такое попробовать взять за робоксы? Нет, пока мы будем играть честно, друзья, без донатика, да? Прикольно. Так, сладненько, жмякаем отмену, побежали дальше, друзья. Смотрим. Так, сундуки спрятаны по всей карте, содержат золото. Удостоверитесь в том, что обыскали каждый уровень, чтобы их найти. Да мне кажется, проще уж, друзья, пофармить. О, а у нас развилка налево или направо, да? В магазине питомцев ты можешь покупать и экипировать новых питомцев, которые будут помогать тебе в битвах. Экипировала вкладка питомцы и сундуки. Все понятно, друзья, все понятно. Так, а что мы там уровень что ли апнули? Что-то мы там апнули, да, друзья? Так, что-то мне там опять хотят дать. Трейд. Давайте, просто я сейчас боюсь, что если я включу, мне сразу же туда накидают. О, а что такое? Пригласить. А, это я тыкнул на кого-то. Мы еще раз апнули уровень, да, друзья? Так, смотрите, хопа. Они уже более сильные. Ого, они уже и сдачи дают.
Бенчик. Так, поскольку мы там снимаем, я не вижу, друзья. Поскольку мы там снимаем. А, но я уже поставил туда более... О, редкого питомца мне дают. Спасибо, братишка. Конечно, хочу. Мне дали какого-то, друзья, паука. Надеюсь, уровень не требуется для того, чтобы его это поставить. Тихо. Где мой паук? А, вон он, смотрите, какой прикольный. А, нет, это краб. Святой бамбук, что я говорю. А отсюда на паука похож, да? Здесь похож на паука, а это крабик, оказывается. Краб! Фас! Нифига себе, он дамажит! Вы посмотрите, по 400! О, кого-то здесь паук, да? Уровень повысился сразу. Нифига себе, уже пятый уровень. Ништяк, ништяк. Так, а докуда мы здесь можем добежать максималочка, друзья? Так, боссы, когда ты достигнешь высокого уровня, ты сможешь бросить вызов сильнейшему противнику в данной игре. А, противникам. А, чтобы разблокировать следующий. А, уровень. Блин, у меня тут, друзья, так мелко, я в окошке играю. Ну, запись, все дела. А, так, уровень. А, это 10-й требуется, а у меня нету. У меня нет. Так, надо подфармить. У меня 5-й уровень, друзья, пошлите глянем, подфармим. О, цветочки, какая красота. Так, иди, кушай их. Паук, который у нас оказывается краб, да? Так, этих хаваем. Мне кажется, проще, друзья, вот этим пауком. Пускай паук их бегает, бьет. Так, друзья, пошел я, короче, немного пофармлю. Это дело все сейчас смотану. Так, ну что, друзья, я нафармил 10 уровень. Теперь давайте, конечно же, зайдем к Басецкому и глянем, что это такое. Надеюсь, он сильно мне не наваляет, а то я играю здесь, друзья, первый разок. Ну что, рыба-карась на босса нападать. Нифига себе, мы в замке в каком-то. И у нас Дамми Кинг. Окей. Эй, а что так темно? А, нет, все нормально, все светло. Воу, а где все? Я что, один с ним буду сражаться? Так. Поскольку он... а что, все что ли? А сколько у него хп было, я даже не увидел. Сколько мне дали опыта? 11 уровень сразу. О, ништяк. О. Можно вот эту штучку. Надеюсь, это не просто так. А, понятно, просто так этот рюкзак стоит. Все, теперь я здесь бамбуковый король. Даже не дают встать туда. Я бы хотел бы там постоять, посидеть. Поприкалываться. Так, при убийстве любого врага во время битвы с боссом выпадает зелье маны, уничтожать манекены, чтобы получать бутылки с маны. Оказывается, их можно было здесь валить, да? Что из них? Банки? О, хп. Ништяк. А, у меня хп фул. Так, понятненько. Мы, короче, прошли первого босса. Вылазим, друзья. Блин, как прикольный переход сделан-то, а? Так. Тренировочный лагерь. Это где мы? А, магический колодец, да? А что-то как-то по-другому все стало. Нифига себе, мы в каком-то уже городе, да, друзья? Смотрите. А, Тони. А, большой Тони. Как дела там? Здорово. Так, убей 8 зеленых слизней. Это, видимо, вот сюда, да, нам нужно? О, что это за кубики? Это, видимо, они и есть. Нифига себе, у них уже 12 уровень. Бенчик. О, что-то я мало снимаю. Мало. Мало половин. Опа-на, и еще разок. Вот этот крабик хорошо мочит. Крабик очень хорошо мочит, мне нравится. А можно его как-нибудь проапать, а, друзья, интересно. Переименовать можно, понятненько. Также, друзья, хотел поставить заклинание. О, смотрите, у меня еще вот это редки появился. Данное заклинание позволяет стрелять красными молниями прямо из рук. Так, давайте на ешку его, может, вот так вот, да? Правильно я поменял? Ну-ка. Так, сколько мы их убили? 5. 8. Так. Они здесь спавнятся, да, у нас похоже? Ну-ка. Поближе надо подойти. Фига себе, какими-то штуками мы, короче, такими красненькими стреляем, да? Так, все. Осталось совсем чуть-чуть, друзья. Ну-ка, сейчас еще раз на ешечку. Бью! 80 снимает. Не сильно много, друзья, да? Опять мне тут там трейд кидает. Надо, короче, трейды отменять. Ого, там экспы дается. У меня 12 уровень уже. Святой бамбук, а? А, мне дают какого-то редкого питомца, по ходу дела. Спасибо, братишка, спасибо. Но у меня уже какой-то есть. Вот это 23. Так, а почему я здесь не... А, вот, вижу, 540. Вот это топовый питомец. Это повезло, так повезло. Так, телепорт. Окей, друзья. Хм, прикольненько. Давайте глянем, что тут еще есть. А, видите, получается, мы вот этот телепорт у нас ведет в другую деревню.
для того, чтобы гораздо быстрее туда тпхаться, да, чтобы не бежать. Так, это понятно, мы туда сходим, это тренировочный мир. В магазине у нас то же самое интересно. О, нифига себе тут цены, 21 тысяча, ничего себе, святой бамбук, а. Так, а там, наверное, может быть и вот эти уже тоже более другие. Так, а сколько у меня? Ого, у меня 5000. Давайте вот на этот нафармим, да. Жизни они еще дают, да, получается? А, нет, это жизни от чего? 1300 жизней. Так, а у меня 350. Все понятно, это еще и хп наши. Понятненько, понятненько. Так, питомцы, интересно, сундуки то же самое, нет? Так, а можно мне что-нибудь с ним как-то прапать бы его, а? Хочу его еще что-нибудь сделать с ним. К сожалению, наверное, нельзя, да, друзья? Так, сундуки, это понятно. Дикая местность. Требуется уровень, друзья, уже 22. Меня туда не пущают. Эй, фига себе, там какой-то дровосек. Дровосек, ты у меня в колечке. Эй, почти что, да? Я тебя вижу. О, прикольно. Короче, туда нельзя, да, друзья? О, свинюшки. Так, а можно не покататься? Покатай меня, большая черепаха. Вот это попец. Какие они милые, а. Так, 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 так. Ну что, друзья, давайте, наверное, я буду потихонечку здесь прокачиваться. Если вам понравилось, ставьте Лукаса, набираем 1000 лайков, и я буду продолжать снимать этот режим. А на этом я видосик вводный первый по режиму Wizard Simulator заканчиваю, друзья. Желаю вам всем отличного дня, прекрасного тут фарма и, конечно же, двойной удачи от Капандыча. Ну а с вами был Бамбуковый Медведь Капанда. Увидимся на просторах Roblox. Всем пока-пока!